ситуации есть четко регламентированный случай, когда сотрудник имеет право применить физическую силу. По каждому факту применения материала направляются в Следственный комитет, и нашим действиям дается правовая оценка. То, что осужденный, которым действительно была применена физическая сила и так далее, то, что они потом это интерпретируют как пытки, это другой вопрос. И поверьте мне, мы применяем их только как крайнюю меру. Людей, на самом деле здесь люди боятся осужденной говорить правду, потому что их пытают. Сотрудники ФСИН, Савельев Иван Викторович, Ковалев Сергей Иванович, вот эти два человека основные. Сегодня один начальник стал, другой его замом стал. Эти два человека. Вы сейчас уйдете, они будут продолжать свои действия. Ко мне физическая сила не применялась. Меня именно холодом морили. Я 4,5 месяца в ШИЗО сидел. Слышите? Что это вообще? И вы это читаете?